К другим темам. Саратовских школьников научат финансовой грамотности. Наша область вошла в число 10 регионов, на территории которых действует пилотный проект по повышению финансовой грамотности населения. В Саратове акцент решили сделать на подрастающие поколения, поскольку дети не только легче обучаются, но и могут донести полученные знания до старшего поколения. В школах в ближайшее время планируют начать занятия, на которых дети смогут узнать современные финансовые механизмы. Все подростки 15-летние, которые еще не имеют личного бюджета и находятся на иждивении у родителей, недостаточно осознают необходимость финансового планирования, плохо понимают механизмы кредитования, не задумываются о безопасности и рисках при покупке товаров в интернет-магазине. Но чтобы школьники могли получить необходимые финансовые знания, начать нужно с педагогов. В Саратовском социально-экономическом институте собрали около 300 руководителей образовательных учреждений области на семинар-совещание. Сегодня реализация проекта только набирает обороты, но уже удалось добиться того, что тысячи школьников начали получать финансовые знания. В рамках проекта с миром финансов знакомятся уже и дошкольники. В результате проведения акции «Дни финансовой грамотности» в учебных заведениях, акции, посвященных Дню банковского работника России, Дню страховщика и других профессиональных праздников, было охвачено более 20 тысяч учащихся, причем различных организаций. Это не только школы, это и колледжи, это лицеи. На сегодняшний день открыто 8 информационно-консультативных центров на базе библиотек. Проект для Саратовской области будет долгосрочным. В ближайших планах чиновников – введение в региональных школах уроков финансовой грамотности.